В этом году Краеведческий музей выиграл грант на реализацию проекта «Город мастеров». В планах создание эскизных проектов, косметический ремонт и приобретение оборудования, среди которого витрины и осветительные приборы. В бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Эксперты провели обследование зала и обнаружили прогнившее перекрытие, из-за которого воплотить проект в жизнь невозможно. Здание, конечно, очень старое. Ему уже больше 200 лет. Конечно, в здании существуют некоторые проблемы, которые нужно решать. Когда мы приступили к работам, оказалось, что проблема гораздо сложнее. Один из участков перекрытия нуждается в значительном ремонте. Это связано с тем, что долгое время, видимо, в печной канал, в трубу текла вода на протяжении, наверное, нескольких лет. Специалисты подготовили проектно-сметную документацию. На устранение недостатков требуется около 300 тысяч рублей. В настоящее время на платформе краудфандинговой «Планета» наш музей ведет сбор средств на ремонт перекрытие, которое находится между первым и вторым этажом в здании музея. Тем временем администрация города обратилась за финансовой помощью к слободскому бизнес-сообществу. Часть денег собрана, так что музей может приступить к заказу конструкции и начать работы. Возможно, они начнутся уже на следующей неделе. Будет заказана конструкция и начнется установка. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на вот этот наш призыв, и тех, кто жертвует средства на платформе. Видно, что люди у нас неравнодушные, и поэтому большое им спасибо. Сотрудники музея надеются, зал будет красивым. На экспозициях в нем готовы представить изделия из капа, серебро, медную посуду, самовары и макет кузнечной мастерской. Для осуществления этой идеи нужна помощь слобожан. Сбор средств продлится до конца августа.